Урок 27. Задача первая. Точка D – середина стороны АС, треугольника АБС. Через точки С и D проведены прямые N и M, параллельные прямой АБ. Пересекаются ли прямые N и M? Итак, прямая N – параллельно АБ. Прямая М параллельно АБ. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны. То есть N и М – это параллельные прямые. Параллельные прямые не пересекаются. Задача вторая. Сумма соответственных углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 140 градусам. Найдите эти углы. Давайте отметим два острых угла. Это соответственные углы. Соответственные углы равны. Их сумма 140. Значит, каждый из этих углов по 70 градусов. 140 надо разделить на 2. Итак, это углы по 70 градусов. Задача третья. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых N и M, секущей K. Так, значит, это параллельные прямые N и M. К секущая. Известно, что один из углов 50 градусов. Давайте отметим вот острый угол 50 градусов. Надо найти все остальные углы. Вертикальные углы равны, значит, здесь тоже 50 градусов. Накрест лежащие углы равны, значит, здесь тоже 50. Вертикальные равны, тоже 50. Значит, 4 угла по 50 градусов. Сумма смежных углов. Смежные углы в сумме составляют 180. 180 минус 50 будет 130. Значит, вот этот угол 130. Вертикальные углы равны, тоже 130. Накрест лежащие равны. 130, соответственные, тоже равны. Итак, образуется 4 угла по 50 градусов и 4 угла по 130 градусов. Задача четвертая. Разность двух односторонних углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 20 градусам. Найдите эти углы. Сумма двух односторонних углов 180. Давайте градусную меру меньшего из этих углов обозначим за x, x градусов. А второй угол на 20 градусов больше. Сумма этих двух углов, это односторонние углы, 180. Давайте решим уравнение. X плюс x плюс 20 – это 180. Значит, 2x – 160, x равен 80. Значит, меньше из этих углов – это 80 градусов, а другой угол на 20 градусов больше – 100 градусов. Итак, углы 80 и 100 градусов. Задача пятая. В треугольнике ABC угол C прямой. Через вершину B проведена прямая, которая параллельна стороне C и образует с прямой AB угол 32 градуса. Надо найти разность углов. Угол А и угол B. Надо найти градусную меру этих углов и из большего вычесть меньший. Давайте отметим сначала прямые углы. Угол С по условию задачи прямой. Так как через точку B проводится прямая параллельная АС,
а накрест лежащие углы равны, значит, здесь тоже будет 90 градусов. Угол 32 градуса – это тот угол, который образует прямая с прямой АБ, 32 градуса. Накрест лежащие углы равны, значит, угол А треугольника АБС тоже 32 градуса. Можно найти градусную меру угла Б треугольника АБС. Сумма 180 градусов. Из 180 надо вычесть 90 и 32. И получится 58 градусов. Значит, угол Б 58 градусов, угол А 32 градуса. 58 минус 32 получится 26 градусов. Итак, значение разности вот этих двух углов 26 градусов. Таков ответ.